Всем привет, с вами Елена Смирнова, и сегодня я зашла в новую игру экономическую, называется MasterChef. Самая вкусная игра с выводом денег. Старт игры был вчера. Значит, так вот она очень красиво выглядит. Значит, уже 496 человек. Так, это пополнение. И пошли уже выплаты. Выплачено уже 2805. Так, опустимся ниже. Я все зачитывать не буду. Если кого заинтересует, я думаю, прочтете сами. Вот что они предлагают. Их наши преимущества. Так вот она выглядит. Регистрация простая. Там логин, имейл, пароль. Надо ввести Payeer кошелек и платежный пароль. Здесь вот контакты. И находится группа ВКонтакте. Нужно обязательно вступить, чтобы быть в курсе событий. Я вот только зарегистрировалась, я ничего еще не делала. Вступить в группу. Вот. Так. Вот так группа у нас выглядит. Это не первая игра от этого админа. Вот. И я думаю, игра того стоит, чтобы в ней зарегистрироваться. Ну что, я перейду в кабинет и посмотрим. Так. Кабинет изнутри. Я уже зарегистрирована. Вход по логину и паролю. Если вы забыли, пишите email и восстановить данные. Пойти в игру. Так вот наш кабинет тоже очень симпатично выглядит. Нам при регистрации дают 10 рублей. 10 рублей это 1000 монет. И мы можем приобрести блюдо. Я вот приобрету оливье. Так, поздравляем, вы успешно приобрели рецепт. И я хочу, буду пополнять, наверное, я вот на 50 рублей. Значит, если 1000, это 10 рублей. Значит, 5000, это 50. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Вот наши рецепты. Так, это и есть вот наша страница. Кому интересно, посмотрите. Далее, что у нас здесь? Здесь наша выручка. Здесь мы сможем собирать нашу прибыль. Далее, бонус. Получить бонус я ничего не получала. Нажимаем «Получить бонус». И мне дали 18 монеток. Далее, ну вот профиль наши данные. Так. Далее. Здесь у нас партнерская программа. Наша партнерская ссылочка. И у нас партнерочка 2 уровня. Это 7% и 3%. Здесь у нас пополнение. Здесь у нас вывод. Вывод производится от 100 монет. И что? Выплаты для возможности вывода заработанных средств необходимо пополнить счет минимум на 50 рублей. Вот. И что? Минимальная сумма выплаты составляет всего 100 монет. Неплохо. Так, выплаты это выход и пополнение. Я, естественно, пополню, чтобы мне шла прибыль. Значит, смотрите, у нас здесь можно пополнять. Это обменять любую валюту. Как бы кто что хочет. Так, здесь Сбербанк. И здесь обменник. Далее, что у нас? Обменять с баланса для выплаты минимум 1000 рублей.
Далее есть платежная система Payeer и есть платежная система FreeCassa. Я, естественно, буду пополнять с Payeer. Так, 50. И нажимаю пополнить. Так. Оплата через Payeer. И меня перебрасывает на платежную систему. Ваш баланс успешно пополнен. Перейти в аккаунт. Переходим. И на покупке у меня стало 5013 монет. Значит, переходим в рецепты. И я куплю вот, что у нас здесь, солянка. Нажимаю «Приобрести». Оп, внимание, сначала приобретен предыдущий. Так, сначала приобретите. Так, дайте-ка я сейчас перезагрузочка у нас. И нажимаю «Приобрести». Так, не то что-то. Так, 5000 монет, солянка. Сначала приобретите... Ребят, а что значит? Подождите, значит, мы не можем приобрести вот этот продукт, не приобретя вот этот. Значит, мне придется два вот таких вот купить. Значит, вот так. Ну ладно, возьмем такой. Я тогда возьму два штука. Приобрели. И... Так, и все, да? Ясно. Ну-ка, если я перезагружу. Это все по очереди надо. Ну да ладно. Ну, такая вот игра. Вы уже приобрели, ну ясно. А я думала, можно все. Но я потом еще пополню. Все равно хочу тогда вот эту солянку возьму. Я уже не буду затягивать видео. Кому интересно, присоединяемся. Такая вот очень интересная игра. И я думаю, от топ-админа она будет платить. Потому что все блогеры онлайн, как я уже посмотрела в группе, в этой игре. Это очень радует, конечно. Ну что, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. До новых встреч!